Итак, второй урок у нас по математике. Готовимся. У нас, значит, вторая четверка. Тимур Балудис, Равис Бруно Феррейра, Артем Малина и Руслан Руденко. Вопрос номер один. Сколько градусов в прямом углу? Вопрос номер два. Фигура, в котором всего три угла. Вопрос номер три. Как называется сумма длин всех сторон? Вопрос номер четыре. Чему равна площадь квадрата со стороной 5 сантиметров? Какой вопрос еще раз? Чему равна площадь квадрата со стороной 5 сантиметров? Площадь это S, да? Да. Все, ок. Сколько еще раз? 5? 5 сантиметров. Вопрос номер пять. Сколько секунд в трех минутах? Вопрос номер шесть. Квадратный корень из 16. Вопрос номер семь. Произведение чисел 6 и 4. Вопрос номер восемь. Сколько углов у трапеции? Вопрос номер девять. Напишите теорему Пифагора. И последний вопрос. Как называется угол, который больше 90 градусов? Готово? Ну, начинаем проверку. Тема математика. И читаем свои ответы. Первый вопрос был. Сколько градусов в прямом углу? 90. Отлично. Вопрос номер два. Фигура, в котором всего три угла. Треугольник. Как вы гордо это говорите. Все, дальше мне все попробуем. Сумма длин всех сторон. Периметр. Параметр. Гипотенуза. Я не знаю. Периметр. Но Феррейра плюс. Гипотенуза. Делаем скидку Феррейре на то, что он португальский латыш. Ола. Вопрос номер четыре. Чему равна площадь квадрата со стороной 5 сантиметров? 45. 15. 20. Я не знаю. 25.
5 на 5, я пришел за это. 5 в квадрате? Да. Сколько секунд в 3 минутах? 180. Квадратный корень из 16. 4. Произведение чисел 6 и 7. Не знаю, 6 и 7? Да. Это было 6 и 4. 6 и 7 было. Нет, 6 и 4 было. Да? Да. Ну, я писал 24, но... 24. Это же умножение? Что скажете? Не знаю. Окей. Не, если сколько так, углов? А ну тогда 24. Может, я ошибся, 6, когда говорил. 6, 4. Сейчас смотрите. Отмотаем. Произведение чисел, 6 и 4. Правильно. Сколько углов у трапеции? 5. 3. 2. Пусть 3 будет, иди, да? 4. Просто мимо все. А как может быть два угла у чего-либо, у какой-то фигуры? Окей, теорема Пифагора. А плюс Б умножены на А минус Б. Все, жопа. Ну, Малина. 2Б умножить на 4 минус АС. Руслан, есть смысл спрашивать тебя? Это даже я помню со школьной программы. А квадрат плюс Б квадрат равно С квадрат. Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Почти, я был близко. И последний вопрос был. Как называется угол, который больше 90 градусов? Противоположность Феррейру и острый. Неровный угол. Холодный. Холодный. Ровный угол. Как называется угол, который больше 90 градусов? Острый. Тупой. Острый. Тупой. Аферай, он же больше, он тупой. Посчитайте сколько. А, блин, что это было? Я не могу. 6. 5. Марина? Так, сейчас. Пусть скажи пока что ты. А шестой какой вопрос был? Квадратный корень из 16, да. Так, а седьмой, вот это 6 умножить на 4. Да. Не ошибка. 5. 3. Хорошо. Хорошо.